дело по правовой экспертизе по наличию конфликта интересов по радио выданного. Принято решение выделения субсидий. Прошу сюда, Оксана, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, протокол у нас с вами по данному вопросу был принят и рассмотрение состоялось 28 октября. Протокол составлен. Решение по данному вопросу по протоколу о рассмотрении выделения средств было по рекомендации администрации предоставить грант в виде субсидии в размере 295 349 рублей 69 копеек на вид деятельности в отношении ИП Сетовой Эльвиры Геннадьевны. Поскольку сегодня, да, обстоятельства о конфликте интересов мы сегодня рассмотрели, это заключение, и у меня предложение. Все-таки мы должны сегодня принять решение, то есть мы рекомендуем с вами об отмене, у меня такое предложение, об отмене данной рекомендации на выделение субсидий в отношении ведения начала предпринимательской деятельности. По формулировке вопроса будут какие-то, может, дополнения? Тогда предлагаю приступить к голосованию. Отменить принятое ранее решение. Координационного совета. В части предоставления. Оно единственное только. Да. Решение было только одно по этому числу. Кто за предложение озвучен? Светлана Александровна, прошу голосовать.